Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Сегодня у меня псевдомайнинг без вложений. Значит, стартовал он, как я поняла, сегодня, 25 января. И при регистрации нам дается бонус с мощности 100 ГХС. Плюс за каждого партнера мы получаем 5 ГХС. Так, регистрация здесь простая, логин, email, пароль. Тут уже сами посмотрите. Как я уже сказала, без вложений. Майнится здесь биткоин, лайткоин, доги, интериум, биткоин, голд, ну и доллар. Так, я же войду в кабинет. Майнинг. Так вот наш как бы изнутри выглядит майнинг. Значит, вот здесь смотрите, шкала. Значит, вот это мы отодвигаем. Я буду мощность устанавливать на доллары, потому что минимальный вывод долларов 1 доллар на вывод. Значит, доступно вот у меня, так, в наличии 100 ГХС. Так, сейчас я это все здесь уберу и настрою. Так, это у меня мощность, а эту я вот на полную поставлю. Так, на 86, и здесь 14 ГХС. Вот пусть пока так. Даже можно на 10 поставить. Как бы это поставить мне ровненько на 10. Ладно, пусть так. Сейчас я это подтяну. Вот 93 у меня доллар. И мощность пусть немножечко майнится. В наличии у меня 100 ГХС как бы мощности. Так? Ну, здесь купить, сделать депозит. Это уже по желанию. Как я сказала, без вложений я в такие проекты ничего не вкладываю. Значит, давайте вот здесь можно установить язык. Нажимаете язык и какой вам нужен язык ставите. И меню. Ну, это майнинг партнеры. Здесь находится наша партнерская ссылочка для привлечения партнеров. Вот она. Так. Далее идем. Что у нас? Ну, здесь купить ГХС. Мне это не надо. Кто захочет, это уже по желанию. Сами смотрите. Депозит, естественно, тоже. Мне ничего не надо здесь. Ну, вывод средств меня, конечно, интересует. И здесь сказано, что минимальный вывод в биткоин сатоши 100 тысяч догов. Так, догикоин вывод 1000 догов. Интериум 0.01. Биткоин голд минимальный вывод 0.1. И доллар, то, что вот я майню, минимум на вывод 1 доллар. Даст вывести? Хорошо. Когда-то я в таких проектах работала, как бы начинала, когда благополучно выводила. Некоторые дают вывести, как бы, денежку, некоторые не дают без вложений вывести. Тем не менее, мы ничего не теряем. Халява есть халява. Дадут вывести, добро не дадут. Как бы наше присутствие здесь не надо. Пусть майнится. Буду заходить периодически, проверяй баланс. Будет 1 доллар, поставлю на вывод, проверю на вывод. В принципе, я все такое основное рассказала. Тут уже сами посмотрите. Как бы всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь. До новых встреч.